Так, я начал играть, и я подумал, почему вы мне это все не записываете, что я делаю. Это мод Minecraft, комплект модов называется «Все моды 7», All the Mods 7, на Майнкрафте 1.18.2. Только начал играть, срубил первое дерево. Играю. Скоро будет темно. Надо копать. Сейчас отойду от респа. Надо копать, чтобы что-то найти. Я нашел в сундуке немного дерева, топор нашел. Вот. В верхнем левом окошке отображается название мода синими буквами. Minecraft. Вот это нефть. Это черная лужа, это нефть. Вот мой стартовый сундук. В нем сейчас уже ничего нету. Так, еще последнее дерево срублю. Отойду на 100 блоков. Или на сколько-нибудь. И построю быстренько из чего-нибудь убежище. Надо быстренько найти убежище. Что это? О, достижение! О, место нахождения семян написано было. Так, где-то я сейчас построю. Быстро бегать нельзя, потому что голод начнется, если я буду быстро бегать. Поэтому я буду бегать буду медленно. Дерево немного набрал. Семян у меня. А, вот. Семя пшеницы есть. Цветочки мне не нужны. Так, сейчас надо копать. А, будет у меня землянка. А это что? Уатс. Уатс. Что такое уатс? Сейчас я посмотрю в переводчике. Oats. Oats. Овес. Овсяное печенье можно делать, значит. Угу. Семена подобрал. Так. Сказал чудак. Так, здесь я построю. О, генерируется какой-то следующий чанг. Так, вот здесь вот я построю убежище. Корова дышит на лицо. Не понял. А тут что? Пропасть? Все, мир закончился. Слышу корову, но не вижу. Ну ладно. А, не видно. Ничего не видно. Ничего не видно. Сейчас начнется ночь. Сейчас начнется ночь. Что-то не так. Такого сегодня еще не было. Ладно. Сейчас скоро ночь будет. Надо укрытие построить. Кирка есть? Есть. Хорошо. Укрытие надо строить и из камня. Лопаты нету. А вот доски. Так, верстак есть. Куда его кинуть-то? Вместо чего? Вместо яблока. Какая ненужная вещь яблоко? А вон палки. Ненужные. Так, кирка есть. Вот здесь будет верстак, и что-то надо будет сделать на этом верстаке.
Лопату, может быть. Так, кирка есть. Лопату. Каменную. И меч. Надо будет сделать. О, как быстро копается. Это хорошо, что быстро копается. Угля. На базу. Уголь некуда положить. Ладно. Это временная проблема. Так, камни. Где камни? Угу. Булыжник. Булыжник — это самый распространенный материал. Я булыжник на строительство пущу. Оп. Так, укрытие, в принципе, я построил. А, сундук надо сделать хотя бы один. Оп. Так, поставим. И уберу что-нибудь в сундук. Ну все. Так, теперь надо сделать меч из палок и булыжника. Самая главная вещь — это меч. Где палки-то? Нет палок. Пу-пу-пу. Вот так вот. Один меч сделаю, поставлю в первую ячейку. Хватит. Меч есть, это самое главное. Теперь добуду материалы строительные. Лопата где? Здесь лопата. О, корова гуляет. Ох, тетя. Что ты будешь делать? Булыжник. Так. Кабло. Кабло. Его называют. Три. До пяти досчитаю. Четыре. Пять. Пять клеточек. Так, надо что сделать? А. Стену и дверь. Когда уже появятся что чанки новые? Новые чанки не появляются. Я же упаду в пустоту. Что ты будешь делать? Не генерируются чанки. Пум-пум-пум. Пум-пум. Нету строительного материала. Добудем еще, пока ночь не наступила. Sunset написано на мини-карте. Sunset означает полдень. И мини-карта показывает время текущее. На часах 10 часов 19 минут. Так, булыжником загородим. Так. Надо факела сделать. Факелы. Факело. И что-то сделать с генерацией мира. Какая-то проблемка. Оп. Оп, крыша. Крыша. Все, игре конец. Я так не могу играть. Надо что-то делать с генерацией мира. Паузу поставлю. Нет. Остановлю запись. Потом найду проблему с генерацией чанков. Начну опять играть.